головы такой остался? Высота колеса все среднее. Примерно по ручку, а головой без стекла. Я здесь стоял реально около 15 минут. Здравствуйте. Интернет ТВ «Голос народа». А что произошло? Не прокомментируйте. А? ДТП произошло с перевелосипедистом. А подробности какие-то? Подробности. Здравствуйте. Интернет ТВ «Голос народа». А не можете рассказать немножко о подробностях пока происшествия? Нет следователя, мы ничего не комментируем. Он приедет, у него все спустится. Ну а жив хоть водитель велосипеда? Мы говорим, что мы комментарии не даем никакие абсолютно. Подождите, приедет следователь. Мутное дело, да? Девочки были за рулем. Все, на, выходи. Сочи, ебаный. Не зря я? Да вон, он показал факт. Сними его номера. Какой? Да вот этот. Вот этот? Да. А что ему не нравится? Давай, давай. С кино будешь, урод. Да куда ты? Куда же ты? Да ну что, ну, ебать, он... Давай сразу, как оказывали помощь, это будет. Скажите, пожалуйста, живой человек? Да мы же хотим тоже узнать. Да живой, конечно, скорая с таким сигналом поперла. Девчата были 13 лет, да? Не больше. И тут молодежь сидела такие лет по 14 лет. Мы сейчас с балкона выглянули, когда сидели. Пацаны всегда едут не сильно. Вот эти виноваты, так никогда не смотрят и на переезд. Оттуда, на машина, скорее всего, оттуда поворачивает. А сам велосипедист оттуда? Сверху. Как ты думаешь? Я сверху, блин, наехай. Да, не найдет. Как у него наверх не хватило здоровья, когда быстро ехать. Представляешь, все такое.